Привіт, Україно! Абзац із вами. У Києві спалах гепатиту А. Тільки з початку листопада зафіксували аж 30 випадків. Як лікувати перевтому і не отримати цирозу печінки? І що робити, аби не стати наступною жертвою хвороби Боткіна? Знає наш Філ? Несколько дней держится температура, чувствуете слабость, сонливость. Вроде как по всем признакам обычная простуда. Как бы не так, болезнь, которая скрывается за этими симптомами, безжалостно уничтожает вашу печень, пока вы пытаетесь сбить температуру. Может, во-первых, приводить к смерти, во-вторых, к возникновению цирроза печени, скажем, к нынечковым заболеваниям. На протяжении недели Оля наблюдала подобные симптомы у своей дочери. Я встретила Настю, свою дочь со школы. Все было как обычно. Мы еще зашли в магазин с ней. А вот потом вечером, вдруг резко, ей стало плохо. У нее начал болеть живот. У нее поднялась температура. Ее тошнило. Ее даже вырвало. Ольга тут же вызвала скорую. Настю забрали в больницу. Сказали, что нужно сделать кучу анализов каких-то. И в общем, что она около... Ну, дней 2-3 должна находиться еще в больнице. Она позвонила классной руководительнице сказать, что девочка несколько дней не будет посещать школу. Как та ее ошарашила. Оказывается, еще кроме Насти в классе заболело около 12 человек. Ее одноклассников. Пришли анализы в субботу. Так мне сказали, что у моей дочери гепатит А. Гепатит А – вирусное заболевание, которое сопровождается высокой температурой, сильным воспалением и поражением печени. Я до сих пор в шоке, просто не могу прийти в себя. Настя в больнице, и врачи сказали, что около 2 недель она должна находиться. Это как минимум – находиться в больнице. Самое страшное, что если обычно гепатит Б или С переносится через кровь, то заработать гепатит А гораздо проще. Вирус хорошо передается через зараженную пищу и воду. Вирус гепатита А очень стойкий во внешней среде. Поэтому, если он туда попадает и сохраняется, может реализоваться фекально-оральный путь передачи. Когда говоришь, да, фекально-оральным, то есть пациент задает вопрос, говорит, надо взять какашку и съесть? Нет. Принципиально говоря, частички кала все равно остаются на руках. Если человек после туалета не моет руку, подмывается он или он пользуется туалетной бумагой, частички кала могут оставаться. Ужасно то, что Настя со своими одноклассниками не единственная, кто подхватил этот ужасный вирус. На сегодняшний день зарегистрировано уже за этот год 367 случаев. Из них 74 ребенка. И этот показатель больше прошлогоднего на 40%. Угу. Каждый месяц мы регистрируем прирост порядка 70 человек. А есть статистика уже по этому месяцу? Вот с начала ноября? По этому месяцу, в начале ноября, зарегистрировано уже порядка 30 случаев. За последний месяц только в Киеве случаи заражения просто зашкаливают. И большинство больных – дети. Прямо вспышка гепатита А. В Киеве в садике 4 детей заболели гепатитом А. В Днепровском районе столицы 4 школьников заболели гепатитом А. В киевских школах зафиксировали вирус гепатита. Я отправился в одну из этих школ, где в течение месяца гепатитом заразились аж 7 детей. Но, к моему огромному удивлению, школу даже не закрыли на карантин. Закрывать вас не планировали на карантин? По одному случаю в нескольких классах, если ребенок заболел, в больнице проводятся дезинфекционные мероприятия. В 3 классах карантин закончился. Директор школы уверена, очаг возгорания произошел не в школе, а дома. В каждом классе по одному ребенку. То есть это не то, что, знаете, раз и 10 человек, 5 человек в одном классе. Да. Причем есть дети, которые ходят в спортивные секции, або на секцию футбола. Это они рассказывают, что после тренирования одна пляшечка воды на всех. Что вы думаете? Серьезно. Хоть на карантин школу и не закрыли, но руководство все же решило перестраховаться. Сейчас дети все сидят в отдельных кабинетах,
в той школе мы, ну, они только на перемене передвигаются. Влажная уборка, дверные ручки, все остальное. Дети все с собой носят индивидуальные салфетки. В каждом классе есть дозаторы с дезинфицирующим средством. Учителя, которые в контакте были с детьми, работники столовой, эти работники анализы сдали. Все в порядке. На завтра, дабы успокоить всех остальных, еще 90 маркеров нам присылают. Ну, маркеры, анализ крови на гепатит. Директор уверяет, за этой школой ежедневно следит санэпидемстанция. Эта группа будет изолирована и не допущена до общих мероприятий в школе или в детском учреждении. Это общие уроки физкультуры, общие какие-то организованные мероприятия. Медицинское обследование в протяжении инкубационного периода. Инкубационный период в среднем считается 14-28 дней, ну, максимально до 50 дней. Ну и, конечно же, лекция о гигиене. Дети, а что вы будете зараз делать перед едальней? Как утверждает главный санитарный врач Киева, в столице началась эпидемия гепатита А. И уже завтра заболеть может каждый из нас. А возможно, вы уже инфицированы? Первыми признаками гепатита являются пожелтение кожи, пожелтение склер, потемнение мочи, моча в виде пива и светлый кал, и посмотреть на твердое небо. Оно должно пожелтеть. Если есть болезнь. В этих случаях необходимо, безусловно, необходимо обращение к врачу. Правда, вам очень повезет, если вы заметите эти признаки. Иногда гепатит проходит без единого симптома. Опасность гепатита А еще в том, что несколько дней чувствует себя неважно. Тем не менее, он продолжает страдать гепатитом. Тем не менее, он остается заразным для окружающих, но моча у него светлая, кал у него обычной окраски, желтушности нигде нет. Поэтому, если чувствуете небольшую усталость или вас иногда подташнивает, поднялась температура или постоянно клонит в сон, бегом к врачу. Если будете откладывать... Гепатит, как любой гепатит, может, во-первых, приводить к смерти, во-вторых, к возникновению цирроза печени, ну и к некоторым другим заболеваниям, скажем, к нынешковым заболеваниям. Осложнения могут быть у взрослых после 60 лет. Регистрируется и фульминантное течение данного гепатита. А у детей, у людей молодого возраста самое большое осложнение, нелеченный гепатит, может быть, это холециститы, желчнокаменная болезнь и другие болезни. Самый большой риск заражения у людей, которые большинство времени находятся в коллективе. Это может быть офис, где вы работаете, школа, куда ежедневно ходит ваш ребенок, и даже детский сад. На сегодняшний день, на сегодняшнее утро, зарегистрировано 22 таких организованных коллективов, где зарегистрировано 1-2 случая. Но мне врачи поведали, дабы обезопасить себя от страшного вируса, одним мытьем рук не отделаешься. У пациента и у всех остальных членов семьи должно быть отдельное полотенце, отдельная посуда. Это должно все обрабатываться с двойной, с тройной тщательностью. И ни в коем случае не пейте воду из-под крана. Только бутилированная. То есть не кипяченая вода тоже может? Может быть, безусловно. Водопроводные, канализационные трубы достаточно часто идут рядышком. При прорыве одной или второй трубы содержимое может смешиваться, причем достаточно очень небольших количеств. В этом году уровень заболеваемости болезнью Боткина среди детей увеличился вдвое. Только сейчас в инфекционном отделении с гепатитом А находятся 70 киевлян, которых в лучшем случае только через месяц отпустят домой. Чтобы вы или, не дай бог, ваш ребенок не оказались здесь, не забывайте лишний раз помыть руки.